Отношение к любому человеку. Он может быть большой, маленький, может быть эгоистом. Но они говорили, что принимайте себя такими, какие вы есть. И сегодня мы должны из-за них ломать свой привычный образ жизни. Я с этим крайне не согласен и возмущен. Наши питомцы, животные, коты, собаки должны отказываться от кормы, которую ели всю жизнь. Это неправильно.